Трансформационные игры, медитации и гвоздистояние. На фестивале йоги Михаил представил свою систему тренировок. Он исследует различные телесные практики уже более 16 лет. Идея пришла очень достаточно просто, потому что стопа – это наша база, наш фундамент, и тут начинается наш опорно-двигательный аппарат. Соответственно, тренируя стопы, мы тренируем все наше тело. В парке Раздолье гости посетили 7 тематических зон и выбрали практику себе по душе. Центральной площадкой стала благотворительная ярмарка. Все практики бесплатные, оплата донейшн по сердцу, по желанию. И все наши деньги пойдут на лечение мальчика из Подмосковья, из Одинцова. Фестиваль под открытым небом собрал любителей здорового образа жизни. В парк пришли около 700 человек. Не только те, кто давно практикует йогу, но и начинающие. Мне хочется стать как-то ближе к йоге, поэтому для меня это был очень интересный опыт. Организаторы планируют регулярно проводить подобные мероприятия, а в конце августа они хотят создать самую большую групповую медитацию. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».